Полицейские в прямом эфире соцсетей рассказали о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Какие опасности подстерегают детей летом, о подростковом возрасте, контакты, телефоны доверия ювенальной полиции. Обо всем этом рассказали сотрудники местной полицейской службы в ходе онлайн-брифинга в Instagram и Facebook. Люди в погонах напомнили, что с 5 августа в Североказахстанской области проходит акция «Профилактика и контроль детей». Задача предупреждения преступлений и правонарушений со стороны детей, а также в отношении них профилактика несчастных случаев. Проходить куда-либо с незнакомыми людьми. Нельзя садиться в автомашину с незнакомыми людьми. Нельзя принимать какие-либо подарки от незнакомых людей. Также нельзя заходить в подъезды с незнакомыми людьми и в лифты. Вот эти 5 нельзя, обязательно нужно вашим детям знать. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента Североказахстанской области Александр Розбах отметил, что наиболее беспокойным является возраст подростков от 14 до 18 лет. Именно в эти годы дети доставляют больше всего хлопот, сбегают из дома, дерутся и попадают в неприятности. Александр Розбах подчеркнул, что инспектора по делам несовершеннолетних всегда на связи. Номера телефонов полицейских есть у администрации школ, у классных руководителей. Они включены в родительские чаты в мессенджерах. Также, к сведению пользователя, озвучен номер телефона доверия 612501, а также номер самого заместителя начальника профильного подразделения 612503. На территории Северо-Казахстанской области в период с 5 по 13 августа текущего года проводится акция «Профилактика и контроль детей». В ходе проведения акции сотрудниками полиции проделывается следующая работа. Это беседы во дворах жилых домов с гражданами, также беседы в дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях. В ходе проведения акции подготовлены агитационные материалы, которые также раздаются гражданами. Разработаны памятки, где указано, что разработаны 5 основных нельзя, которым нужно доводить детям. С начала акции полицейскими области по месту жительства проверено свыше 2170 подучетных лиц, в том числе 378 неблагополучных семей. Выявлено 24 нарушения со стороны лиц, состоящих на учете, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. К административной ответственности привлечено 50 законных представителей. Аида Ермекова при содействии пресс-службы департамента полиции.